Всем большой привет, подписчики, пришедшие на канал. Хотел с вами поделиться своим уже опытом двухгодичным перезаправки и ремонта холодильников наших советских на бытовой газ, пропан-бутан, газ универсальный, всесезонный. Холодильник «Бирюса» 134В. Ему уже около 20 лет. Это двухкамерный холодильник с морозилкой, расположенной внизу. В свое время был заменен компрессор. Здесь стоит компрессор GVM57AA, который работал на 134-м фреоне. 134А, R134А. Это 134-й фреон. И этот компрессор отработал уже 10 лет. Но потом получилась такая история. Перестала морозить верхняя камера, основная. То есть морозилка еще работала, а верхняя перестала работать. И что я сделал? Верхнюю камеру, я сейчас вам покажу. Это уже после заправки и ремонта. Вот, открываю вам верхнюю камеру, внутренность. Это уже после заправки и за бутаном, то есть R600А. Вот задняя стенка стала у меня, тут капельного типа испаритель, а он был заправлен, значит, 134-м фреоном. И в результате была микротрещина на подающем трубопроводе, которая со временем привела к утечке фреона. То есть стало не хватать фреона. Я перестал заморачиваться, искать 134-й фреон, а просто перепаял вот этот стык заново, обрезал и впаял. И впаял клапан шредера. Вот он у меня впаян. После заправки изобутаном, вот он, баллон, здесь изобутан, обычный туристический газовый баллончик, по температуре, по давлению на всасывание, вот сейчас давление -0,2 по манометру, у меня свой заправочный манометр, которым заправлял камера, я просто добавил вот этот изобутан из газового баллончика вот таким вот образом, то есть переходник с клапаном шредера и переход на заправочный коллектор. Каким образом я добавлял? Я откручивал, то есть у меня здесь кран стоит закрывающий, я его продавил, дальше вкручивается он в нижний и открывается баллон. И добавляется за счет открывания крана. Вот я добавляю и закрываю. По температуре обратки. Вот она, обратка. Нужно добиваться такого, чтобы она не обмерзала. То есть чувствуете, что к ней подошел уже холодный фреон. И на этом прекращаете дозаправку. То есть методом научного тыка мы полностью вывели его на режим. То есть режим такой, что у меня верхняя камера стала, ну, я еще не до конца его прогнал, но я думаю, что он в свой режим где-то плюс 5-7, он войдет, верхняя камера.
А нижняя морозилка, она была сразу у меня в минус 17. То есть вот такой простой способ. Можно использовать вот этот самый баллон с изобутаном, который стоит, ну, 70 рублей у нас стоит. Это там изобутан и немножечко, это всесезонный газ, добавлен чуть-чуть пропана, но ничего страшного. А клапан шредера у меня сейчас останется, но для того, чтобы не было утечки, нужно просто будет, потому что идет на отрицательном давлении, вот этот компрессор, он работает на минусовом давлении. Чтобы не было всасывания, закрывается колпачком. Вот так вот колпачком. И вы в любой момент можете его перезаправить, потому что этот газ стоит очень дешево. А холодильник вышел на режим, то есть морозилка минус 17, и верхняя камера сейчас, я думаю, будет вполне справляться. Спасибо всем за внимание.